Аким области Бердибек Сапарбаев посетил ряд спортивных объектов в городе Таразе и ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ. Глава региона побывал на строительстве спорткомплекса профессионального клуба единоборств в массиве Дальняя Карасу. Возводят объект ТО «Тарасстройинвест». В трех залах будет заниматься 260 человек. В профессиональном клубе воспитанники занимаются 7 видами единоборств. А в новом комплексе будет уделено внимание и командным видам спорта – баскетболу, волейболу, гандболу. По словам руководителя учреждения Ильдоса Далабая, здесь трудится более 10 квалифицированных тренеров. Ноябрьдің 10-ына бітіреміз. Супер, ол тезірек бітіру керек. Мына ең негізгі мен қазір сөйлесіп жатып керек қой. Осы жердің тұрғындарымен де сөйлесіп жатырмын. Бәрі қуанып жатыр осы жерге. Алатты ғой. Қуанып жатқандары дұрыс, ертең олар балдар келу керек. Олардың ертең балдары келмесе, мына сұрақтарымыздың бәрінің ешқандай пайдасы болмайды. Далее глава региона побывал на стадионе «Улан», где ТО «Талас Курылыс» ведет капитальный ремонт и возводит спорткомплекс. Подрядчик заменил искусственный газон на трех малых футбольных площадках. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке административного здания. Бердибек Сапарбаев напомнил, что работу по этому объекту нужно завершить до 1 декабря. Затем глава региона ознакомился со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса во дворе школы номер 14 на улице Жугаш-Батыра. Работают здесь специалисты ТО «Тарасстройинвест». Общая площадь комплекса составляет 1296 квадратных метров. Три зала будут принимать молодых людей, увлекающихся спортом. Как и в профессиональном спортивном клубе единоборств, здесь откроются 15 новых постоянных рабочих мест. Глава региона заметил неиспользуемую землю близ школы. Затем глава региона ознакомился со строительными работами на теннисном корте областной специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 4. Строительством физкультурно-оздоровительного комплекса областной специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 во дворе средней школы номер 25 в микрорайоне Карасу. Аким области подчеркнул, что все работы должны завершиться качественно и в срок. Катерина Иващенко, Ахана Бельхаир, 77 News.